А, привет, это Струнодёр, и посмотрим еще одну акустику от Godin, сейчас это уже другой их бренд. Вообще я не очень понимаю, зачем они наплодили такое количество брендов, там, наверное, своя какая-то маркетинговая сложная схема. Это Сигул, вот такой сзади, вот, модель это N-Touareg, а цвет называется Autumn Burst, то есть какой-то осенний бёрст. Ну да, что-то такое желтенькое, осеннее навевает. Вот, гитара, кстати, классная, звенит хорошо, интересный, там больше обертонов и больше боя, она чуть подороже, чем, например, вот Art Luthier, который я показывал тут недавно, и который у меня тоже есть, да. Эта гитарка посерьезнее, за счет чего, не знаю, там надо разбираться. Вот, по звуку она покруче, но она и подороже. Ну, на этом, я думаю, этот обзор можно закончить, с учетом того, что это, в общем-то, даже не обзор, на акустике обзирать нечего, там надо ее брать и играть на ней. Просто это, ну, отметить, что у нас такая гитара есть. Вот. И вообще много гитар от Godin акустических сейчас в лавке наличествует, абсолютно новых. И так, под модным словом «трейд-ин» мы это все рассматриваем. Да? То есть сказать просто, что обмен рассматривается, как бы сейчас не понтово. Надо говорить «трейд-ин». Ну, трейд-ин так трейд-ин. Нам-то, в общем, пофиг в данном случае. Вот, ну а я на сим откланиваюсь. Всем спасибо. Пока-пока.